Финальная партия. О, как слеза. Ё-моё, ещё осталось. Банок уже нету. Надо что-нибудь найти. Блин, я же помню, сегодня малой лимонад пил. Ага, есть. Блин, не до краёв, но не выкидывать же сокровища. Оставим. Пойду посмотрю, как бряшка там следующая. Блин, так пить хочется. О, лимонадик. Я же его выпил. Наверное, батя новый купил. Красавчик. Не готовы еще. В денечек и следующую партию запущу. Где бутылка? Ё-моё! Ты меня уважаешь? Нет, ты меня не уважаешь. Тихо, малой. Малой, мы с ним потом разберемся, кто кого уважает. Давай, кошак, скажи мне честно, ты лимонадика этого много выпил? От этого? Да пару глоточков. Дай. Все. Давай, пока мама с работы не пришла, пойдем душек примем, и все будет нормально. Давай, ладно, пиши. И снова снимаем ночь, и только ей. Хрень какая-то. Малой! Что такое, бать? Слушай, как будто хрень показывают. Переключи мне что-нибудь, найди нормальное. Бать, у нас уже как полгода телевизор импортный. От него есть нормальный пульт. А не живой! Да он куда делся, не могу его найти. Я без тебя не справлюсь. Он никуда не девался. Просто за любой мой маленький-прималенький косяк ты меня его швырял! Так, во-первых, не швырял, а выполнял профилактическую работу. Я не виноват, что твоя голова как батут, и от нее вещи отскакивают в разные стороны, а потом теряются. Поэтому давай, щелкай. Да сам щелкай, я его у тебя под диваном вижу. О, другое дело, молодец. Видишь, есть же от тебя польза. А тебе никакой. Ты только телевизор смотришь. Че ты сказал? Ай! Блин, он теперь вообще выключился. Малой, вернись, я все прощу. Бать, поиграй со мной в прятки. Отвень, сегодня выходной, я хочу его провести за просмотром телевизора. Пожалуйста, поиграй. Тихо, мешаешь. А ты поиграй, я тебе мешать не буду. Ну ладно, раз, два, 9, 10. Я иду искать. Ты что здесь делаешь? Мам, тише. Меня батя не может целый день найти. Я почти выиграл. Сейчас он у меня получит. Ты что, вообще очумел, старый? У тебя ребенок уже 6-й час в шкафу сидит. У тебя совесть есть? А что орать-то сразу? Мы просто играли с ним. Малой, ты выиграл! Вылази, я тебя не нашел! Ура! Я выиграл! Малой, привет. Че батьку не встречаешь? Ой, уже 8 часов. Извини, зачитался. Привет. Смотри, что купил тебе. У батьки получка сегодня была. О, Дендюха, как ты и хотел. Офигеть, бать. Она же дорогущая. Ну да, не дешевая. Но она это, не новая немножко, видишь, без коробки. Поэтому мне подешевле ее отдали. Но каждая кнопочка рабочая, ты не переживай. Все нормально. И вот еще пару картриджей тебе взял. Офигеть, я о ней целый год мечтал. Бать. Спасибо тебе большое. А можно я сейчас поиграю? Ну, конечно, можно. Я тебе для этого и купил. Офигеть. Вот это графика. Малой, 12:30. О, все, утух. Ладно, пойдем, я тебя в кровать отнесу. Привет, ты кто? Как тебя зовут? Ты что, чумил? Я же смотрел. Он быстро вернул. Бать, ну ты же спал. Не спал, а медленно моргал. Бать, а когда мне можно будет посмотреть? Посмотришь, когда я на работу выйду. Так ты в отпуске. Ты на работу через 3 недели. Ну вот через 3 недели посмотришь. Все, давай, кавай. Блин, 3 недели придется в Тетрис сыграть. Алиса, текст песни «Лесник». Еще
ответ. Да, точно. Так, первый куплет он написал, и припев тоже. Надо сделать второй куплет. Да блин, ну чем быстро поет? Не успеваю. Булочка от дома, путник, я ни в чем не хочу. Все, на сегодня хватит. Завтра Цою буду записывать. Сынок, привет. Что слушаешь? Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Что за дичь? Сам ты дичь. Это инстасамка. Сейчас очень сильно популярна. Популярной твоя инстасамка будет два понедельника. Лучше ты музыку слушал, которая будет популярна на протяжении многих лет. Да такой музыки не существует! Здорово, малой! Чё слушаешь? Риторический вопрос, батя. Твой, конечно! Красавчик, он популярный будет даже через 30 лет. Вспомнишь потом мои слова, когда вырастешь. Однозначно, бать, даже через 100. Группа крови, ой, порядковый номер.